Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАБТВ. День ездовых собак. 2 февраля отмечается праздник, посвященный животному, преданности службы которого человеку продолжает поражать воображение и в настоящее время. В четверг погода будет облачной с прояснениями. Ветер западный 1 метр в секунду. Ночью температура от минус 23 до минус 25 и от 12 до 14 градусов со знаком минус днем. На сегодня это все. До новых встреч в эфире!